В редакцию ОТВ Серпухов обратилась жительница деревни Судимля Вера Трусова. Больше не в силах дышать ядовитыми зловониями с мусорной свалки Сьянова-1. Пенсионерка возмущена бездействием и наглостью властей Серпуховского района. Женщина считает, цинизму чиновников пора положить конец и поставить жирную точку в правлении главы района. Вера Федоровна в деревне живет больше 20 лет. В свое время буквально сбежала из Москвы в Серпуховский район из-за экологии. Но вместо свежего воздуха – смрад, гарь, зловонный запах с мусорной свалки Сьянова-1. Пенсионерка сейчас вынуждена спать закрытыми окнами и на улицу старается лишний раз не выходить. Считает, что полигон – это медленная смерть. Жительница уверена, Судимля – второй Чернобыль. И здесь даже кружка чая опасна для жизни. У женщины складывается впечатление, что каждый раз вместо воды она пьет цианистый калий. В итоге мы оказались заложниками вот горстки людей, которые думают только о деньгах. Вот такое впечатление, что они утром встают и съедают пачку долларов. Она у них быстро переваривается, а в обед им нужно уже две пачки. Вот если бы я была шастуном, я бы вот на его месте просто вытащила бы все свои заначки, прямо на свои бы деньги рекультивировала бы эту свалку. Это было бы гораздо ему полезнее, чем хранить их в каких-то банках, которые с собой все равно всех денег не заберешь. Дальше так жить пенсионерка не может. Терпение кончилось. Куда обращаться, уже не знает. От властей Серпуховского района ответа нет. Вера Федоровна ждет, когда районные чиновники насытятся деньгами. Решила использовать последнюю попытку. Обратиться к Александру Шестуну напрямую. Может, у главы все-таки проснется совесть, и он вспомнит о жителях, из-за которых у него якобы так сильно душа болит и сердце разрывается. Александр Вячеславович, уважаемый мною, пожалуйста, займитесь свалкой немедленно и не возите туда какие-то доски гнилые, а нужно заняться рекультивацией. Вы занимаетесь геноцидом. Вот в районе, в масштабах города Серпухова, Серпуховского района. Ну, за геноцид же был этот Нюрнбергский трибунал. Может, и вам такое же грозит.